Всем привет, на связи Пятый Элемент, выставка ИФА. Мы добрались все-таки до него. Мы не добрались на выставке МВЦ, но на ИФЕ добрались. Итак, друзья, Galaxy Fold 5G у нас в руках. И я прямо сейчас гну и не гну телефон от Samsung. И я давайте в целом о впечатлениях расскажу. Когда ты берешь в руки телефон и делаешь это первый раз, это, ну, реально, это просто необычное чувство. Такого вы не испытывали, наверное, никогда 100%. По сравнению с первой версией, которая так и не видела общий свет, коммерческий свет, здесь поменялись следующие вещи. Сам механизм стал немножко проще открываться. Я не могу сравнить, потому что не юзал первую версию. Но и самое главное было претензия в чем, что можно было содрать самому пленку, которая отвечала за защиту экрана. Теперь сделать этого нельзя, то есть это все смотрится таким образом. По поводу ощущения, опять же, ощущения, по поводу ложбинки. Да, когда просто смотришь на экран, я ее абсолютно не вижу. Когда даже трогаю экран, я ее особо не ощущаю. Когда ты смотришь, конечно, под углом, ее немножко видно. Но в целом ничего страшного. Ну, к примеру, чем можно вообще, как это делать? Вот, допустим, мы заходим в камеру, у нас есть фотография, вот я себе щелкнул, к примеру, открыл вот здесь, мне хочется смотреть еще на большом экране, я делаю, разворачиваю, вот это смотрится. Ну, в целом, интересная штука, то есть вы можете использовать экран как угодно, как хотите. Плюс еще можно небольшим движением сделать экран как три рабочие зоны. К примеру, мы заходим на YouTube, и мы еще третье можем что-то открыть, допустим, интернет-браузер. У нас экран делится на три части, и, соответственно, можно пользоваться. Можно читать уведомления, как мы сейчас это делаем, сидеть на ютубчике, смотреть про попугайчика видео какое-то, либо же серфить в интернете, какую-то читать информацию. В целом, что этот телефон, смартфон, планшет складной, все что угодно можно назвать, умеет, он умеет все то, что делает самый топовый телефон от Samsung на сегодняшний день. Это неплохие камеры, это несколько режимов использования. В режиме селфи-камеры это групповой снимок, это обычная съемка. Если же мы с вами переворачиваемся на эти камеры, на основную камеру, то у нас доступны режимы обычная съемка, двукратный зум и ультраширик. Естественно, уже новомодные классные фишки у Samsung сохраняются. Это и Live Focus видео, либо фото, ночной режим, режим еда отдельно. Прикольно, здорово. Ну и обычные режимы slow motion, просто фото и так далее. Ну, в общем, как-то так. Вызывает ли меня какой-то надежность механизм? Вот вы знаете, пожалуй, вызывает. Ну, смотрится это реально очень круто, очень круто. Друзья, Samsung Galaxy Fold 5G, Пятый Элемент, выставка ИФА. Мы побежали дальше. Поехали.